столько мертвого и пустого места я еще не встречала. Меня зовут Полина, мне 21 год. Мое хобби, наверное, теперь уже заключается в том, что я вот действительно ищу заброшенные деревни и делаю фотографии этих деревень. Я просто сама из деревни, я в деревне родилась, я в деревне жила до 4 лет, поэтому, наверное, это какая-то такая больше ностальгическая история. Я ее очень люблю природу. Выезжаю в любую сторону от своего города и еду по дороге. То есть чем дальше от дороги, тем больше шансов вот столкнуться с чем-то таким пустым и вымершим. Выхожу из машины и по этой деревне иду. Просто иду с фотоаппаратом. Для меня наибольшую ценность вот во всех этих деревнях представляют именно предметы быта, обихода и культуры людей, которые здесь жили. Иногда это довольно жуткие вещи в виде там, следов от похоронных ритуалов. Иногда это фотографии, разбросанные по полу, чемоданы. Ничего не трогаю, не переставляю, не забираю, потому что мне очень важно запечатлеть и застать все так, как было. Это возможность прикоснуться к тому, что через несколько лет уже просто, ну, просто возможности такой не будет. Я свои фотографии обрабатываю и выкладываю в Инстаграм. Деревня и та природа, которую я встречаю, вот это вот, пожалуй, та Беларусь, которую я очень сильно люблю. Проблема не в том, что люди уходят. Мне кажется, что проблема в том, что они сюда не приходят. То, что в этих деревнях остается, вот это какая-то своя культура, свой какой-то микроклимат, быт, вот это забывается и уходит.